По-вашему, она красивее меня? Да. Возможно, семейные предрассудки. Мы купили ее в 17 веке. А во время революции потеряли, как и много голов. Как у тебя дела с нашим детективом? Никак. Я его не интересую. Может, стоит больше стараться? Он же спас тебе жизнь. Очевидно, это преимущество кажется ему нечестным. Ты знаешь, как сделать себя неотразимой. Да, но это несколько затратно. Чем раньше, тем лучше. К счастью для тебя, у него был медосмотр. Почему это так важно для вас? Это важно и для тебя. Переметнувшийся грим плох для любого из нас. Так почему моя цель не он? Потому что путь к душе мужчины лежит через его друзей. А теперь влюбляйся. По-моему, она толстая.